В Люберцах вот-вот завершится ямочный ремонт дорог. На днях проверить, какими темпами идет работа по приведению в порядок асфальтового покрытия, лично приехал Владимир Ружицкий. В этот раз проконтролировать ход работ по ямочному ремонту глава городского округа Люберцы приехал на пересечение улицы Мира и Больничного проезда. О состоянии дорог в муниципалитете Владимир Ружицкий проинформирован полностью. Он отметил, что буквально каждая яма стоит на учете. Так вот, мы таких ям насчитали в этом году в начале апреля более 4500, более. И понятно, что они появляются. Поэтому стоит задача, чтобы ям на дорогах не было. Поэтому вот на сегодняшний день, у нас 18 мая, отработано более 4000 ям. По словам главы, в день ремонтники устраняют от 100 до 150 ям. Полностью их ликвидировать планируется к 20 числам мая. Капитальный ремонт дорог начнется в июне. Владимир Ружицкий также подчеркнул, что обо всех вновь возникающих ямах на люберецких дорогах жители могут сообщить ему через Инстаграм или используя другие способы связи. Мария Лапычева, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ.